Мотосезон 2019 года официально открыт. В честь этого события состоялся фестиваль, на который собрались более 300 байкеров. Уже 20 лет байкеров объединяет спортивно-технический клуб округа «Свобода двух колес». Тему продолжит Мария Антонова. Уже который год местом сбора байкеров стал Малаховский парк. Собираются здесь не только мотоциклисты из Люберецкого округа, но и Раменского района, Жуковского, а также Москвы. Проехать общей колонной до места назначения – один из обязательных пунктов фестиваля. Открытие сезона, в принципе, очень большое событие. Да? Мы очень долго ждали. Зима была, да, наконец-то весна пришла. Начинаем катать. Вот. Ну, это второй образ жизни, но поэтому достаточно большое знаковое событие. На открытии была представлена вся разновидность мототехники. Спортбайки, чопперы, электромотоциклы, туристические и другие. На долгожданном событии собираются все, как начинающие, так и опытные байкеры. Для каждого из них мотоцикл не просто средство передвижения. Мой первый мотоцикл был вот такой маленький, а теперь у меня такой большой. И у меня все дети, и все мои знакомые ездят только на мотоцикле. Это, наверное, стиль жизни уже. Машины мы не любим. Это праздник всех, кто любит держать равновесие в этой жизни. Свобода и скорость – то, что так по душе владельцам мототехники. Но не стоит забывать о безопасности. Мотоцикл – один из опасных видов транспорта. Помнить нужно и о взаимоуважении на дороге между авто и мотовладельцами. И каждый раз, когда ребята садятся на мотоциклы, девчонки, мы им даем один и тот же совет. Ездить нужно не быстро, ездить нужно долго, до старости. А атмосферу праздника создавали и рок-группы, чтобы сделать это событие по-настоящему масштабным. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.